Привет, друзья, подписчики, вы на канале «Всяко разное из Китая». Приветствую вас. Сегодня будем распаковывать две посылки из Китая с Алиэкспресс. И здесь находятся смарт-часы. По названию вы, конечно же, прочли. Посылка пришла с двумя часами. То есть в одной посылке лежали два вот этих пакетика. Видишь, первая коробочка у нас черная. Написано Smart Watch. Здесь Qubot, модель W03. Здесь модель Qubot C5. И давайте начнем с черной коробки, потому что эти часы немножко дешевле. Ну, барабанная дробь. Барабанная дробь. Нет, не получается так открыть. Открываем. Ну все же, давай, барабанная дробь. Вот они. Этих часов есть три типа. Цвета черный, синий и розовый. Давайте посмотрим комплектацию. Идет кабель для зарядки. Он заряжается сейчас, чуть позже покажу как. Также идет толстенная инструкция. И знаете, что меня порадовало? То, что есть инструкция полностью на русском языке. Видите, здесь показаны какие циферблаты, как что пользоваться. Ну, такое краткое описание. Есть QR-код для скачивания приложения для этих часов. Итак, давайте смотреть на часы. Итак, давайте посмотрим часы. Здесь наклеена вот такая пленка. Убираем ее. Ремешок выполнен из силикона, очень нежный, мягкий, софт-тач покрытие, такое бархатное. Корпус часов выполнен из алюминия. На корпусе есть единственная кнопка, она как вращается, так и нажимается. На задней части огромное количество датчиков, то есть они меряют пульс, измеряют давление, там все тому подобное. И также есть два контакта, видите, две точечки, это для зарядки. Вот зарядное устройство, которое я вам показывал, провод. Он магнитный, подносим. Видите, вы неправильно не подключите. В таком положении не подключается. Переворачиваем другую сторону и оп, вуаля. Подключено, все, зарядка пошла. Надеюсь, что они заряжены. Давайте попробуем запустим. Зажимаем кнопку включения. О, провибрировали и включились. Без всяких там лишних тран-та-та-тан, без всяких заставок. По идее, все, они включились и работают. Но давайте посмотрим, что внутри. Для того, чтобы полноценно пользоваться этими часами, скачиваем приложение. QR-код я вам показывал. Называется Glory Fit. Вот, устанавливаем его и посмотрим, какие в нем есть функции и какие настройки. Пока устанавливается приложение, расскажу вам о характеристиках. Часы имеют защиту IP68, принимать душ, попасть под дождь, но, естественно, нырять куда-то на глубину, там под водой плавать в них нельзя. Размер дисплея составляет 1,28 дюйма, разрешение 240 на 240. Часы работают на базе Realtek 8762SK. Bluetooth для соединения используется 5.0, аккумулятор в данных часах установлен 210 мА. Час, и это дает около 2 недель работы с условием того, что у вас будут включены датчики измерения пульса, там всем тому подобное, и также будет вам приходить уведомление. Заряжаются эти часы около 2 часов. Первым делом вводите свой email, и на него отправляет вам проверочный код. Здесь у вас запрашивают, мужчина вы или женщина. Нажимаем мужчина, выбираем рост, дальше расчет ежедневного рациона, но здесь, в общем-то, выставляете все характеристики, видите, год рождения, там месяц, это мы все пропускаем, завершено. Подключите браслет, выберите устройство. Вот устройство. Сразу в этом приложении есть подключение устройства. Нажимаем подключиться, написано сопрягается, получение исторических каких-то там историй. И, собственно, вот часы у нас подключены. Давайте проверим, синхронизировалось ли время. Нажимаем на часы. И смотрим, сейчас 2 часа 48 минут, и да, на часах отображается именно это время. То есть произошло сопряжение, показывает дату и месяц. Давайте разберемся по приложению, что можно с помощью этого приложения здесь производить. Итак, первым делом, конечно, приложение нам показывает фитнес, всякие функции, это показывать будет сон, как вы спите, хорошо, плохо, просыпаетесь или нет. Пульс будет вам показывать по времени, по датам. Можно будет отслеживать, как у вас работает сердце. Также показывает давление. Дальше есть кнопка спорт. Здесь можно задать, к примеру, ну вот бег, ходьба. Здесь ходьба, можно бег на открытом воздухе. Вы начинаете бегать и с помощью GPS приложение отслеживает, где вы ходили. Можно даже посмотреть, скорее всего, маршрут.
где вы ходили. Давайте нажмем Go. Да, вот, откройте GPS, и нужно включить GPS. Будет показывать, где вы гуляли, где ходили. Велопоездка, можно на велосипеде кататься. И будет показывать, сколько вы проехали, сколько вы сожгли калорий и все тому подобное. Дальше идет устройство. Здесь идет огромное количество настроек. Идет настройка часов, автозамер пульса. Датчик включен в постоянном режиме. Его можно отключить, чтобы не садить батарею, к примеру. Если вы не хотите знать о своем пульсе, можно это отключить. Звонки. То есть при входящем вызове у вас будут вибрировать часы, и вы сможете с помощью часов отвечать на вызов. Также получать можно сообщение. Можно убрать эту вибрацию SMS. SMS также будут приходить на часы. Вы можете прочитать, какие SMS к вам пришли прямо на дисплей. Также будут просто вибрировать. В графе «Еще» можно выставить разнообразные оповещения от ваших приложений, то есть в Instagram, YouTube, ВКонтакте и все тому подобное. И вам от этих приложений будут приходить также оповещения на ваши смарт-часы. Очень удобно. Напоминание активности. Ну, здесь можно выставить какой-либо промежуток времени, если у вас сидячая работа, то можно выставить какой-то интервал времени, у вас будет происходить напоминание, что вам нужно встать, встряхнуться, привести себя в порядок. Так, ну, будильник мы знаем. Включение поворотом дисплея. То есть, если у вас часы на руке, вы взмах руки делаете, и часы включаются. Эту функцию также можно отключить. Дополнительные настройки, информация и очистить устройство. Ну, в дополнительных настройках у нас функция «Встряхнуть для фото». Можно поставить телефон и с помощью часов управлять вашей камерой, то есть делать какой-то селфи на расстоянии. Кнопка «Найти браслет». Вот видите, при нажатии происходит вибрация. Если вы где-то часы бросили и не можете найти, с помощью этого приложения можно найти. Время работы экрана также можно выставить. Стоит 5 секунд, можно выставить до 15. Давайте поставим, ну, до 15, а там потом разберемся. На самих часах в настройках я не нашел изменения языка, поэтому воспользовался программкой. Здесь все просто. Выбираете русский язык. Вот он здесь есть такой. Нажимаем ОК и, в принципе, выходим. По идее, теперь часы у нас на русском языке должны показывать. Дальше мы пропустили первую графу — настройка часов, да? Вы запомнили? Заходим в нее. А здесь огромное количество дисплеев на выбор. Посмотрите. Я не знаю, какое здесь количество. Вместе с вами сейчас попытаемся посмотреть, прогрузить. Еще загружается. Вы представляете, какое здесь количество выбора дисплея? Это просто сногсшибательно. Я не знаю, других слов я не могу найти. Вы посмотрите, какой выбор. Хотите анимационный, хотите электронный, хотите аналоговый, хотите футуристичный. Какие хотите, все, все что угодно. Дальше графа «Мои часы». В этой графе здесь написано «Часов не обнаружено, перейдите в часы для загрузки». То есть это у нас получается интернетовский. И чтобы скачать все эти дисплеи, их нужно загрузить именно на смартфон, после чего они будут передаваться именно на смарт-часы. Но сейчас я еще ничего не загружал, просто вам показываю. И здесь будут отображаться ваши стили, которые вам больше всего нравятся. Есть, кстати, вот «Свои часы» называется графа такая. И в этой графе, смотрите, есть иконка настройки. Нажимаем на иконку «Камера». Можно выбрать камеру, можно выбрать из альбома. Выбираем картинку, нажимаем «Да». И вуаля, синхронизация. Нажимаем синхронизировать. И давайте посмотрим на дисплей. Прикольно, смотрите, ребят. То есть моя фотография теперь на этих часах. И так можно выбрать все, что угодно. Датчик пульса работает в постоянном режиме, то есть отслеживает ваш пульс. Можно проверить КД. Это ваше внутриартериальное давление. Давление тоже померил, показывает 113,71. И почему, спросите, я измеряю на правой руке, а не на левой? Ну, можете догадаться сами. Если не догадались, то, к сожалению, некоторые часы, и именно эти, в частности, через татуировки почему-то не показывает пульс. Свайп вправо у нас открывает данные. То есть ходьба, активность, сообщения можно просматривать, пульс, состояние крови. Можно управлять вашим смартфоном, переключая треки именно на часах. Если сделать свайп влево, открываются данные на сегодняшний день, то есть сколько вы за сегодня прошли, сколько километров и сколько сожгли калорий. Тоже удобно посмотреть. Если свайпаем снизу вверх, здесь открываются у вас уведомления. Если были какие-то сообщения, но вы их не заметили, можете прочитать их прямо на дисплее. И свайп вниз. Здесь открывается, показывается уровень заряда, подключение, можно включать ночной режим. Также есть настройки, здесь QR-код для скачивания приложений, система,
выключение, сброс. В дисплее есть два подуровня, есть яркость и есть циферблат. Циферблаты также можно выбирать именно на самих часах, видите. Здесь также уже загружены некоторые варианты, какие вам понравятся. Ну, небольшое количество, видите, их тут буквально чуть-чуть. Все остальное нужно скачивать в приложении. В общем-то, что могу сказать, часы прикольные. Кстати, стоимость данных часов составляет 2300 рублей на данный момент. Они маленькие, небольшие, повторюсь, есть три цвета, можно как для девушек, можно так и пацанам, то есть черные взять. Ну, синий тоже, кстати, прикольный, интересный цвет такой перламутровый. Есть розовый и черный. Вот вам фитнес-браслет, вот вам измерение пульса и все тому подобное. Я думаю, за эти деньги нормально. Но давайте посмотрим теперь на модель C5, которая идет дороже. И стоит она 3000 рублей. Опачки. Что мы здесь видим? Apple Watch, что ли? Также есть цвета, есть черные, есть розовые. Также есть защита IP68. Также можно в них плавать в бассейне, принимать душ. Дисплей здесь немножко побольше, 1,7 дюйма. И разрешение здесь повыше, 240 на 280. За работу здесь отвечает процессор GR5515. Аккумулятор здесь помощнее, его хватает на 2 недели в активном пользовании. Если в режиме ожидания, этого аккумулятора хватает на 3 недели. Ну, подзарядка происходит также за 2 часа. Русский язык, привязка мобильного приложения и все тому подобное. Все написано на русском языке, отлично. Ну и здесь зарядка магнитная, как и в принципе в первой версии. Немножко изменена, вид изменен, а принцип тот же абсолютно. Идет запасной браслет, быстросъемный. Ну, как менять браслеты, вы знаете, скорее всего. И, собственно, вот сами смарт-часы. Снова на дисплее у нас защитная пленочка. Снимаем ее. Блин, ну выглядят, конечно, они очень привлекательно. Смотрите. Ну, чисто Apple Watch. Если носить на руке, то, мне кажется, мало кто заподозрит подмену. Задняя часть, смотрите, также есть датчики измерения пульса, давления и все тому подобное. Нижняя часть выполнена из пластика, корпус выполнен из алюминия. Ну, естественно, стекло имеет 3D. Видите, края закруглены, выглядят очень симпатично. Ну что же, нажимаем кнопку включения, запускаем. Произошла вибрация. Сразу нам предлагают выбрать язык. Вам необходимо, видите, нужно скачать приложение, чтобы установить русский язык. Давайте сейчас посмотрим, что есть в меню. Кстати, вам скажу, блин, интерфейс, конечно, здесь поинтереснее. И дисплей видно, что гораздо лучше. Более четкая картинка и как-то интересно все выглядит. В общем-то, смотрите, двигаем слайд влево. У нас показывают шагомер. Показывает, сколько калорий, шагов, километраж. Сон также показывает, как вы спали, хорошо или плохо. Давление показывает, ну и все. Если вправо делаем свайп, опять давление, сон и то же самое. Если снизу делаем, здесь сообщения отображаются. Но их сейчас нету. И сверху такие небольшие настройки, как яркость. Давайте сейчас на всю добавим. Кстати, смотрите, стояла на 0,4. Ставим на 12. Ничего себе, они яркие. Для того, чтобы пойти в полное меню, нажимаем на кнопку. Крутилку, вот видите, она не работает в качестве вращения, но она работает на нажатие. И здесь уже можно что-то выставить. Давайте посмотрим, что здесь есть до самого конца. Настройки, яркость, автокалибровка, переключатель, уведомления, циферблаты. Вот, кстати, циферблаты уже есть предустановленные. Смотрите, как они выглядят, какое их количество. Все, да? Ну, небольшое количество. Как я показывал вам на предыдущей модели W03, была функция потрясти кнопка управления камерой. Как это все работает? Вот вы заходите в эту функцию, нажимаете на кнопку потрясти с рисунком камеры. Делается снимок. То есть вы можете где-то поставить смартфон, если вы одни, но хотите сфотографироваться на красивом месте. Ставите смартфон, отходите на расстояние. Нажимаем кнопку, у вас сохраняется фото. Дальше у нас женщина какая-то не включена. Не знаю, что такое женщина. Находить телефон. О, представляете? Также можно, скорее всего, в приложении нажимать поиск именно самих часов. Так, управление музыкой, секундомер, будильник, уведомления, пульс можно проверять, сон, шаги, упражнения. Вот и все. Давайте теперь посмотрим, что есть в приложении. На главной странице, естественно, показывают шаги и время, прошедшее за сегодня. Спорт показывает спортивные ваши достижения, сон, пульс. Принцип тот же, как и на первых часах, поэтому я не буду здесь сильно обострять внимание на всяких настройках. Ну, давайте проверим пульс. Нажимаем
проверка пульса и смотрим, что нам покажет. Ну, смотрите, пульс сработал и показывает, в принципе, те же значения, что и первые часы, вот 79-80. К сожалению, мне проверить именно, как они работают, точно, не точно, нету. Но это же часы все-таки, они, скорее всего, показывают такое примерное показание, но самое интересное, что одинаково. Честно говоря, 3000 за эти часы, ну это, мне кажется, может, мне просто кажется, не знаю, скажите сами свое мнение, дорого ли это, недорого для этих часов. За дизайн здесь запросили немножко больше, ну, скажу я вам, что дизайн реально очень прикольный. Видите, при взмахе руки включается дисплей, можно не клацать кнопки. Ну, такая же функция есть и у этих. Поэтому что, ребята, на часы я оставлю ссылки под видео. Если что интересно, переходите, смотрите, можете приобрести, это продавец проверенный. Ну, а на этом все. Спасибо за просмотр. Пишите, как думаете, стоят они своих денег или не стоят. Я думаю, стоят. А как вы думаете? Напишите в комментариях. Интересно. Ну все, здоровья, позитива, удачи по жизни. Не забывайте возвращать кэшбэк с помощью EPN. Также ссылка на этот расширение кэшбэк-сервис оставлю под видео. Пользуйтесь, я сам пользуюсь и не жалею. Встретимся в следующих видео. Пока-пока!